А Минка, витаминка. Три сестры, семья и Ваня. Вместе с нами, вместе с вами. Всем привет! И я в Инстаграме делала такой опрос. Может быть, мне разобрать мамин гардероб? И большинство ответило «да». Поэтому смотрите! Ура! Ура! Мы ждем с нетерпением! Мама пока что об этом не знает. Надеюсь, что не узнает. Поэтому я еще взяла ее украшения и очечки. Самое главное, мое самое любимое, это каблучки. Я их просто обожаю носить. Ну что ж, погнали. А вы должны будете оценить обязательно. Здесь в основном платье, потому что я хочу показать только платье. Хе-хе. Ну не только, конечно. А здесь есть еще пиджачки, типа костюмчики. А, ну и прогулочная одежда, в которую любит ходить мама. Я знаю, что это не весь гардероб, но это ее самая любимая одежда. Поэтому я ее и взяла. Погнали, мне так не терпится уже примерить. Давайте начнем с этого красного платья. Ой, какое тяжелое. Ой, извините. Конечно же, оно мне большое, но у меня есть прищепки. Ну вот, мой первый образ готов. Я надела вот такие вот сережечки, браслетик. И платье прищепкой пришлось не защемлять, потому что здесь есть резинки, которые можно просто приподнять. Чтобы закончить образ, нам нужны туфли. Я выбрала вот эти. Надеваем. Ну вот, мой первый образ. Кстати, у меня здесь есть такое еще красное колечко. Ой, прости. Погадаю, погадаю, дорогу открываю. Ну, эксперты, что скажете? Девочки, смотрите, какое красивое платье на мне. Мы тут прицепили прищепочкой. Думаю, что в этом платье можно ходить на день рождения. В этом платье мама отмечала свое 30-летие. Давайте теперь выберем украшение. Я выбрала вот такие вот сережечки от брошь. Вот такие вот очечки. И, конечно же, бежевые туфли. Ставьте лайки, если вам понравился этот образ. Мне лично понравился. Ну что ж, поехали к третьему образу. А вот и мой третий образ. Я в этом платье такая татешка, что аж можно любую компанию возглавлять. Как-то раз его мама одевала на Новый год. И я подвернула рукава, потому что они мне вот до сюда. Вот. И сзади прищепкой. Вот такой вот образ получился. О, эти сережки очень классные, но они подходят больше всего к маме. Ну что ж, а теперь наш четвертый наряд. Это вот такой вот костюмчик. Здесь есть такой вот пиджачок и брючки. Вы не могли бы потише? Не мешаем? Ешь потише. Ну что ж, примеряем. Ну вот, мой четвертый образ готов. И я не знаю, какие сюда можно ласточки надеть. Либо черные, либо белые. Но мне кажется, и то подходит. Брючки, конечно же, я подвернула. Ну, а пиджачок я только подвернула рукава. И все. Готово. Вау, вау, ничего себе, Аминка. Татешка. Зачем наряд? Мама. Тебе идет. Спасибо.
Ну что ж, ребят, я жду вашей оценки вот этого четвертого образа. Ну, в общем, оценивайте. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам он. Лично мне нормально. Ну что ж, продолжаем. Ну какой же гардероб без маленького черного платьюшка? Сегодня вот такое вот платьюшко на мне. Оно очень красивое, и под него подходят вот такие вот каблучки черненькие. И я выбрала такие вот сережечки. Ну как вам? Оценивайте в комментариях, пишите, как вам нравится или нет. По-моему, туфли к этому наряду не подходят. А вот и второй, но более строгий вариант нашего платья. Сзади мы очки закрыли прищепкой. Мне так комфортно в этом платье, ткань просто супер. А еще меня поражают вот эти вот камушки, которые на воротнике. Это как антистресс. Платье это должно быть вообще коротким, но так как это мамина одежда, и я ее надеваю, поэтому одно и длинное. Не буду вас утомлять, погнали в следующий образ. В этом платье мне вообще некомфортно, потому что по идее оно должно быть длинным. Даже для мамы это длинное. Но так как это мамина одежда, я в нем вообще даже плаваю. Здесь есть вот такие вот кармашечки. Супер длинные. А вот так я выгляжу без прищепок. Если бы мы не защемили прищепками, то тогда бы... Да, ну было бы просто такое... Если я еще сниму каблуки... Вот какое оно. Мне надо его приподнять и идти. Такая вот я красотка. Ну что ж, завершаем мою рубрику вот этой маминой кофточкой прогулочной, моими джинсами и мамиными туфельками. Погнали смотреть. Ну как там? Ну что ж, ребятки, с вами была Аминка Витаминка, и мы закончили мою рубрику «Примеряем маминые вещи». Вот, обязательно не забудьте поставить лайк, написать комментарий, если, конечно же, вам понравилось, и не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, и еще у меня есть Instagram, TikTok и мой лайки, поэтому туда тоже подписывайтесь, буду рада. Всем пока! Ну, какую оценку вы дадите мне на сегодня, уважаемые господа критики? Вау! Мне почти все образы понравились. А мне почти не все образы понравились.